Принесли поворотный кулак с УАЗика. Его нужно переделать вот под такие шаровые шкварня. С другой стороны чуть опасней, но все проходит. Теперь прикрутил все на оправку, которую делал первый. Здесь также еще шайбу вытащил, чтобы подпиралось все и прижималось к торчику. Биение минимальное получилось. Растачиваю таким образом. Наименьший диаметр 31, наибольший 37. Его протачиваю на глубину 8 мм. Оправка выглядит теперь так. Три размера: 28, 31 и 37. После того, как первую сторону проточили, она одевается сюда. Очень плотно.